on your target. If you're close enough, you'll find it a great way to disarm the slug of his weapon. Так, и нам дали электрошок. Сейчас мы его на ком-нибудь испробуем. Это все хорошо. Угу, вот он. Что-то такое я помню смутно. Так, ну нам, видимо, надо вернуться к той двери. Да-да, вот к этой. Давай-давай, ломай. Хорош. Так, что дальше? Опять какое-то достижение. На кой хрен оно мне? Так, ну ладно, пойдем, значит, у нас что-то там было. Ну, собственно, вот эта дверь и ломается, да. Ух ты! Какой буйный. Иди сюда. А, их двое даже. Ну и у меня, в принципе, есть шокер. Ух ты! В отмах иди сразу. Получил. Как-то я его коря упнул, конечно, да ладно. Главное, что он убит, а мы живы. Так, а куда второй убежал? Где ты? Выходи давай. Блин, куда-то он ущемил от нас. Не его ли тень там? Не знаю, сейчас узнаем. Очень важно уметь блокировать удары. Хватит говорить очевидные вещи. Да, вон он пробежал. Так, тут у нас труба. Ну, я, пожалуй, с топориком побегаю. Это какое-то, блин, страшное оружие, судя по всему. Конечно, медленно очень. Им тяжело блокировать в этой связи. Так, ну чё ж ты убежал-то от меня? Ух ты, блин, а тут сзади еще заходит. Нет, ребят, так не пойдет. Куда пошел? Отберем у него оружие и надаем ему в щи. Ибо нехрен. Так, а как тут пинать, интересно? Я что-то забыл, честно говоря, куда я поставил эту кнопку. Ну ладно, ну и черт с ним. Так, давай выходи. Ох ты. Да, что-то, честно говоря, топор не рулит в плане блокировки ударов. Давайте-ка мы лучше возьмем обычную трубу и будем ходить, как белые люди. Блокировать удары, наносить свои достаточно быстро. Очередная птичка ненужная. Так, ну и нам пора бы найти уже этого маньяка, потому что у него наше оружие, и ничего хорошего из этого не выйдет. Так, ну что, где ты? Очередные какие-то, блин, трущобы заброшенные. Большая труба. Ну, давайте попробуем. И довольно-таки быстро бьет, кстати.
так, что это было. Мне, видимо, показалось. Обалдеть. Крыши нет. Так, что, куда это мы пришли? Ух ты, тут уже прибежали. Прибежали уже. А нам, видимо, вон туда надо было идти. Но теперь придется разобраться с этим поганцем. Скотина. Ох ты, блин, как он меня. Ни хрена себе. Я даже не успел заметить. Ой, блин, как далеко у нас этот чекпоинт. Давайте-ка я быстро добегу. Так, ну вот, собственно, мы опять здесь. И в этот раз ты появился уже прям тут. Получи. А он еще бежит один. Так, ну и что? Как вообще так получилось, что он меня так убил? С одного удара практически все жизни снял. Так, куда нам идти? Я так и не понял пока, честно говоря. Видимо, куда-то сюда. Кто-то кашляет. Кто-то здесь. Так, мы... Идем обратно. Ох ты, парень у нас замучился. Давайте ему лбом в нос дадим. Так, и что, я так понимаю, нам назад, что ли, идти? Потому что там вроде как все закрыто. А сзади тоже ничего нет. Странно, странно. Давайте тут еще присмотрим. Может, я что-то не... О, теперь у нас эта дверь открыта. Каким чертом она открылась, непонятно, конечно. Опа! How does it feel to be on this end of the gun? But listen, you bastard. Don't mess this up for us. We are both on the same path of righteousness. Thomas! And the path takes strange turns. Please, drop the weapon now. Oh, черт. Be ready for death, Agent Thomas. It shall come visit him again. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, это все хреново кончилось. Ох, так. 2 из 6 птиц найден, но мы еще третью находили, но меня тогда убили, так что ладно. Собственно, нажмем продолжить и подождем загрузку. Странная смерть птиц по всему городу. Трупы мертвых птиц сейчас засорили городские улицы и общественные парки. В плотно заселенных местах обнаружены 1000 птиц, в то время как в других частях города птиц очень мало. Да, это очень таинственное явление такое. Кстати, недавно по телевизору смотрел, сейчас по миру пропадают пчелы. Вообще без следа, никто не знает, куда они деваются. Тоже интересно, что же это такое происходит? Куда они, понимаешь, улетели? Так, а тут у нас сейчас что будет? Мы, судя по всему, в больничке какой-то окажемся, что ли? Потому что после такого... На ногах-то трудно стоять, я бы сказал. Ну давай, что же такие долгие загрузки? Компьютер где-то в 10 раз превосходит рекомендуемые системные требования, и все равно игра на нем, конечно, не бегает. Довольно-таки чинно-благодушно ходит. Так, наш герой. Да, пареньку довольно-таки нехорошо чувствуется.
На дворе опять ночь. Да. Что-то глючит нашего главного героя. Как он вообще оказался здесь? Hello, Ethan. Who are you? What is going on? Calm yourself. My name is Malcolm Van Horn. I was a great friend of your father's. Yes, I remember you a long time ago, but why are you here now? Last night? Well, I was nearby. An unfortunate scene. You did your best, but it could not be helped. The detectives? They're dead. Shot with your weapon. And you will be blamed for their deaths. Ooh. Парниш попал. Ridiculous. I'll just tell them. What? Tell them the truth? They have already decided the truth. This is insane. I can't just give up the Bureau. It's already been taken from you. Now join me and help yourself. Open up, it's the police. Damn. Take your bag and head across to the metro station. I will meet you later. Так, а кого это мы там видим? Может, не тот ли это Скотт, который сбросил нас с крыши? Тюремная роба вроде его была. Так, нам надо уходить, там за нами пришли менты. И какой-то непонятный мужичок согласился нас прикрыть. Так, ну ладно. Текаем отсюда, ребят. Мне нужно найти лопату. Сейчас найдем. А вот лопата. Лопата это, конечно, в умелых руках страшное оружие. Смотрел недавно, как используют спецназ ГРУ, обычную саперную лопатку. Это, блин, какая-то секира настоящая получается. Так, все, спускаемся в метро. По городу, насколько я знаю, не прекратились беспорядки и куча психов на улицах. Поэтому надо быть осторожным. Да, этот психопат нас фоткал и нам советуют проследуют с помощью наших инструментов. На что именно? Вот это, видимо. А что это такое-то? А, это наши фотографии. Так, а почему теперь вот так? Все, отсканируем их. Thank God. I thought they would have suspended my lab access. They still might. It hasn't occurred to them yet. I didn't kill those guys. I know, Thomas. Well, I'm not certain what I do or don't know, but I'm pretty sure I still trust you. And that goes a long way. Understood. So, what about the photos? Well, no standing on ceremony then. Huh. It's a picture of you, Thomas. In your apartment. I remember that hideous sofa. Да, за нами следили. И довольно-таки продолжительное время уже, судя по всему. Найдите источник жидкости на один фотографии. Так, это не оно. В мусорке, может. И в мусорке не видать. Так. Это все не то. Нет, значит где-то здесь. Блин, эту лампочку бы выключить к чертовой матери.
отсвечивает просто нещадно. Ага, вот и ты. Какие-то фантастические у него приборы, кстати говоря, но ладно. Жидкость для проявки фотографий. So wait, these photos were processed here, somewhere within the station. Фотографии обрабатывали где-то тут рядом, прямо на станции метро. Так, я там заметил, что-то промелькнуло. Давайте-ка. Блин, уже бежит. Да что ты какой, а? Куда ты поехал? Не знаю, ну ладно, давайте возьмем лом. И будем, как Гордон Фриман, ходить с ломиком. Я думал, тут аптечки, конечно, ладно. Так, что меня, ну, чему меня научила та внезапная смерть? Потому что надо постоянно сохраняться. И тут нам и так дали сохраниться, конечно, ладно. Так, какое-то техническое помещение. У нас ничего, какие-то каски. Ух ты, блин! Откуда ты взялся, скотина? Ух, блин, вздрогнул-то как, а? Ох, я тебе сейчас за это... Вот так сделаю. Блин, жизни вообще нет. Фу, блин, вот я пересрался-то, елки-палки. Блин, еще бежит. Давай-ка мы тебя. Ох, все, капец. И какая-то рожа появилась. Ну да ладно. Блин, откуда он появился? Я вообще пропустил, проворонил. Так, видимо, они оттуда бегут. Давайте подождем их, что ли, не знаю. Вот тут в уголок встанем. Ребята. Блин, какие суровые парни, а. Ух ты, ёб твою дивизию. Блин, да откуда вы берёте? Вы оттуда, что ли, прибежали сзади? Так, ну что? Будем нападать? Или метод партизанской войны будете использовать? Придется самому идти. На тех щи. Ох, как хорошо. А второй где? Блин, беззвучно почти ходит, а? Давай сойдем сюда. И видим, тогда он появится. Видимо, это по скрипту ему положено появляться. Да вроде нет. Чипсы какие-то. Что у нас здесь? Блин, боюсь отворачиваться. Пистолет. С тремя патронами всего. Ну да ладно, лучше, чем ничего. Сейчас мы им грохнем ту скотину и возьмем обратно ломик. Если та скотина, конечно, соизволит появиться. В чем проблема пистолета? То, что им заблокировать удар нельзя. Это плохо. Так, ну блин, ребята, а где же второй-то? Еще одна птичка. Невеличка. Второй, видимо, посмотрел на участь первую и решил, ну его нахрен, типа. Испытывать судьбу. Так, ну мне он туда похож. Раз не лезет, так не лезет.
Так, я что-то не слышу ничего. Неужели никого тут нет? Так, да, вот тут, похоже, проявляли, что ли? Птичка. Хорошо. Запишемся. Идем дальше. Ух ты, какие колонки-то неплохие. Или это не колонки, это фонарик. Вот я погнал. Ну ладно. Так, давайте-ка закроем дверь. Чтобы этот хер там сзади к нам не подбежал. Так, тут у нас за углом какие-то проходы. И тут тоже. Давайте-ка сначала сюда пойдем. Здесь у нас очередная подсобка. Менеджер. Давайте посмотрим, что там у менеджера. Время 5 утра. 10 минут 6. И, собственно, та самая дверь. Мы просто обошли ее. Так, что у нас там, судя по всему, ничего. Звонит телефон. But I am innocent. I know that. You must prove that. One more thing. You have a special talent, a gift that very few of us have. We haven't time to discuss this fully, but trust your instincts. Rely on them. I must go now. Remain alert. Да, этот Ван Хорн больше нагоняет тайны, чем действительно помогает в чем-то нам разобраться. Прикроем дверку. У меня после дома кошмаров привычка уже такая выработалась. Так, еще аптечки, это хорошо. Ух ты! Выключим фонарь. Ну, нас уже все равно видел, конечно. Тут бомж какой-то. Так, он бежит к нам. Они умеют открывать двери, нет? Ух ты, блядь! Ой, дураком можно стать. Один патрон остался. Еще пара кирпичей на постройку второй дачи. Блядь, чё ж они из-за угла так выпрыгивают? Я опять начинаю много материться. Это хорошо. В принципе, конечно, ничего хорошего, но... Когда я матерюсь, значит, мне интересно.